В Новополоцке установят мемориал в честь десантников 103-й воздушно-десантной дивизии экипажа Ил-76, которые в конце 79-го разбились под Кабулом при совершении боевого десантирования. Концепцию памятного знака разрабатывал российский скульптор Саламат Щербаков. Мемориал планируют установить к 25 декабря. С 1 июля в странах Евразийского экономического союза может стать обязательным использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Государства-члены СНГ перейдут на этот формат с 1 сентября. Нововведение позволит снизить риск проникновения коронавируса на территории этих стран. С 16 июня в Беларуси стартует централизованное тестирование. Первым абитуриенты сдают белорусский язык. Всего для участия в ЦТ, которое пройдет по 11 предметам, в Витебской области зарегистрировано более 21 тысячи человек. До 19 июня при покупке 3 и более билетов на все мероприятия Славянского базара в кассах Витебска и на сайтах билетных операторов квитки.бай и тикетпро.бай предоставляется скидка 10%. Сам фестиваль 30-й по счету пройдет с 15 по 18 июля.